have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки. Привет, привет! Всем здорово! Так, сейчас вот книжкоголовая. Хотя, всем привет! Можно и с книжкоголовой, ладно, я не против. Больше народу. Поехали, 5 секунд осталось. Может, успеем в раунд. А, там надо стоять, чтобы играться. Ну, типа, да, мы сейчас пойдем. Итак, мы выбираем. Будь выбранным Джейсоном, будь Коби Брайантом. А я не знаю ни того, ни другого, что мне делать? Это баскетболист. Однозначно. Я ни того, ни другого. Ну давай это, потому что мне абсолютно поровну. Сейчас будет просто мочилово, поэтому. Погоди, а Коб Брайан, это разве не тот, который на вертолете разбился? Нет, это. О, не вообще. Вроде нет. А, у меня это колотушка. Не колотушка. А чем я бью? О, я забыл, что я с пушкой. Там у кого-то Мурасама. Пушка, колотушка. Че, чем я воевать должен? А я бью вообще. А, у меня чем-то колотушка. Чем-то рандомный. Минус от пистачи. Спасибо. Вот этих бей. Ну, у тебя пушка. I love ketchup, I kill you. Да не по мне. На. Бью тебя. Вы чё, Кичунеза запытались убить? Я Кичунеза пытался убить. Никто нормально. Меня не убьёт. Халкой. Слага не будет, он на море. Ну и но фотка красивая. Море удовольствие ему, так что хорошо, нормально. Вот, желаем приятно отдохнуть. Чел, привет тебе. Увидимся в дальнейших видео. Так, хорошо. Блин, а у меня скоро 9 уровень стукнет. Invisible или Invincible? Ха, ну это легко. Ну, Invisible, да. Конечно. А Invincible это что? Неуязвимым. Непробиваемым, типа. А, да? Невидимым или неуязвимым? Ну да. И, ну блин, я уже выбрал то, что выбрал. Конечно, невидимым. В смысле? Надеюсь, да мне слепко? Придется опять драться с калкой. Ты будешь драться ровно тем, что у тебя есть. Это не рандомное оружие. Опять это, это то, что ты купил. Хотите... Ты можешь в магазине потом купить что-то другое. Ясно. Это вы не бессмертные какие-то. Реально. Нужно победить в этом раунде, чтобы стать бессмертным. Умирай. Это как с самой таблеткой, который подавился. Ну, типа да. Ай. Давай, чувак, давай, нас двое осталось, мочи её вот так вот. Мы хорошо. Бессмертные! Да. Мне нужна рапира. Я что, не совсем понял. Погодите, а где молнии с небес, которые подтверждают, что я тот самый из клана Маклаудов? Не, интересно, кто-то еще остался, который понимает, что кто такие клан Маклаудов? Нет. Плохая музыка, я не понял. А? Как по мне, плохая тут музыка. Так, покемон, о, конечно, покемоны. Супергерой реальный. А мне, пожалуйста, ни то, ни другое можно, черт. Если не обсуждается. Лучше покемоны. Если будут супергерои, то и будут суперзлодеи, которые да. будут. Да! Да. О, Фрум со мной. Я по арбузикам понял. Арбузики меня уже где-то второй выпуск выдают. Не только меня, кстати, когда тоже. Он что там. Япон. Что? Серьезно? Кимоуи! В гордом одиночестве! Иди ты нафиг! Фрукт стрелит! В одиночестве! Ну! Упс! Случайно не на того поставил. Блин, плюс 20 баксов за победу, неплохо. Сима, ты в меньшинстве, поздравляю. А я заметил в одного. Дали бы мне огнестрел, я бы победил. Купи! Нет! Серьезно, сходи в магазин и купи, что хочешь. Дать бы огнестрел победил, это и оправдание. Так, что сейчас? Да. Ну такое, МВП, для футбола. Что такое НФЛ? Ладно, допустим. Я вообще не понял, куда? Ты говорил, тебя выдают очень. Я знаю. Я что, один опять буду воевать, что ли? Я сейчас рандомно выбрал. Минуточку, ты снял арбузы? Да, я их снял. Ах ты мелкий! Опа. Опа, 3 на 3, прикольно. Я ну, пошёл на арбузики, потому что... О, а, прикольно. У меня меч! Клеверные топоры или как-то. Ой, ясно, чем я должен воевать? Пушки. Я кидаюсь мне... гантелями, что? А я кидаюсь топорами. Что происходит? А я кидаюсь. У меня оружие не прогрузилось, я даже не знал, чем я воюю и как это делать.
А, чё, это сука? Слишком а, трудно, а я кто проиграю. Это кто слишком мужик. Стороне? Так, бьём этого. Зажми. Бейте кошкоголового. Зажми. Подольше. Кого надо бить, я не понимаю. Кидай. Я уже запутался. Отпускай. Не кидай. Отпускай. Да я отпустил, оно никуда не полетит. Ай, блин, больно же, между прочим. А, может, с ним пить? А вот бить, я не понимаю, кто где, кто на какой команде. Это мое дело. Вот синий ник. Так и как, блин, что за оружие это такое? Все, нормально, нормально. Очень круто, у меня топоры были. У меня было два топора, которыми надо швыряться, а не драться. Я так у меня были две метательные гантели или штанги, я не знаю, что это было. На самом деле, совсем не очень оружие. Метательные гантели? Да. Там метательные штанги. Он этот, Виктор Блуд. Это звучит очень дурацки. Добавить слово метательный к чему-либо. Метательный сапог. Я не буду играть. Ну, я как это... Не знаю. Блин, тут нету New Balance, а чё мне... Ну ладно, давайте... Меня для меня выбор очевиден, в принципе. Это тупой выбор какой-то. Ну это между шилом и мылом, ну... Я пойду туда, где арбузы, у него пушка. А вы чё, офигели, что ли? Я... Это пушка, кстати, такая себе. Здорово. О, да. Так, и ЧНС и Сигма, бьём! Косы. Я чем я сражаю? Опять рандомная пушка! Ребят, чем мы сражаемся? А, я Кусергама, это... Да. Ну или как там она называется, я не знаю. Ты сюда. Чай. На ну! Это больно! Как она бьёт? Как звонит теперь? На! Кот немного помог, но я сейчас умру уже. Я не понимаю, как она бьёт. Я тоже, я просто... Есть, я тебя ушатал лично, своими собственными руками. Как тебя убить? Ты бессмертный. Ты должен знать имя. Умри, 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 умри. Убил! Ри! Можно еще друг друга убивать. Погодите, мы проиграли? Нет. Да нет, мы же убились. Да, 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 все нормально. Я почему-то за тоже. Просто деньги на счет пришли, я такой, да, мы выиграли. Мне тоже пришли деньги. Мне ничего не приходило. Двадцатка приходит, не надо, ребят. Так. Дональд Трамп станет президентом. Да вы чё? Как по мне, выбор очевиден. Никого. Никто из них, вы чё? Это же две твари. Не, спасибо, я постою, подожду. Я вообще не знаю этих лично, я вообще никого. Давайте скипнем этот раунд, выходите нафиг. Выходите нафиг отсюда. Ну, я подожду еще 2 секунды, потом пойду на следующий вопрос. Привет, ты победил. Анонимус. Ты деньги получил за эту победу? Это как... Погодите, если да, то можно фармить. Это же вообще... Майним деньги. Да, специально весь сервер попросить. Не весь сервер, просто находишь пустой сервер, а заходишь туда с другом, и все. Домашний... Это очевидно. Я, наверное, первый, меня да не вот, оставит. Ну, да, в принципе, очевидно. Меня слышно? Да. Домашний театр или шкаф? Ну, ну смотря я какой за это шкаф, деньги если не там получил. Будет проход. В Нарнию, что ли? Да, тогда я шкаф выберу. Не знаю, я... Если это шкаф с оружием? Окей, я в меньшинстве. Нет. Если стукать некого, стукать друг друга. Мне я нет тоже шанс. Да, тебе. Меня не особо интересует кино, как бы. Так театр, оно ж вроде как не кино. Театр. Театр. Ты домаш... Ну, театр, театр. И, типа там... У меня было переведено как кинотеатр. А, мне у тебя тоже. Переведено? О, да, у меня переводится. У меня нет. И перевод чаще всего такой себе. Именно поэтому я играю без переводов. Нажмите пространство, чтобы прыгнуть. А, не, ну вы чё? Не-не-не, давайте вот это вот. А знаете почему? Потому что, а как жить без мечты? Ну, прикиньте, вы такой живёшь, мечтаешь там 20 лет о чём-то, и бах, оно сбывается. И как жить без мечты? Нет.
Да. Ну, я опять в меньшинстве. Мы без мечты живем. У меня просто все, что будет... Все, о чем мы мечтаем, никогда бейте не дальника, будет. Бейте дальника, бейте дальника, бейте дальника. Вы хотите, чтобы вас, ваш кошмар стал реальным? Да. У меня кошмар такой. Слушай, они меня уже кошмары. Убили, эти материалисты меня убили. Тебя убили скалкой, а получать. Мечты не сбывались. Скалкой можно убить человека, только если он возвращается в 3 часа домой. При этом скрипит дверью. Не, ну в принципе, если постараться, мне кажется. Я тут, поскольку впервые, я вообще не понимаю, как мы на подбор. Просто стукаю всех. Я не понимаю, Сигма это как-то. Не-не-не-не-не, вот это, нифига. Машина меньше топлива тратит. Да при чем тут меньше топлива, ребят, это то же самое, как машина или мотоцикл. Кто в здравом уме выбирает мотоцикл? Ты в нем не посидишь, не почитаешь, не поспишь, не ездишь постоянно, непонятно как, скрючившись. И короче, ну его нафиг. Машина управляет. Что? Кстати, машина управляет. Ну почему я такой? Ну почему я в меньшинстве? Я до сих пор с ужасом вспоминаю этот... А, не бейте, не стукайте! Почему я подвигать не могу? Тук-тук. Застукать еще остальных. Меня застукали. А, тут все свои? Да. Я только что понял. Это я уже два раза был минуты. Понимаешь, за свои эти мысли и фантазии нужно быть наказанным, быть готовым их отстаивать, так что... Ага. Ну как отстаивать свое мнение, если против себя стоит целая... Не шарю ни за то, ни за другое. Нет, ну смотрите, быть состязателем в Колесе Фортуны я бы поиграл. Я не знаю, что второе, но в Колесо Фортуны я бы поиграл. Я бы ни в то не играл. Почему? Ну это же не имеется в виду там на жизнь или смерть, имеется в виду же просто, наверное. Ну а ты откуда знаешь, что там будет? Я думаю, мне скажут. В меньшинстве. Кто к нему вантус? Бьем его! Метатели вантусов! Блин, мне все больше и больше не нравится эта пушка. Мне надо будет ее поменять. Убил. Кичинус. Так. На. Что там по факту? Тут есть меч за 10 тысяч. Смотрите на Фрума. А, все, уже поздно. Что со мной не так? Встаньте вместе. Нам нормально нужно еще уже. На диванчик сесть, потому что пика... Людей мало. Тормоз. Нужно больше людишек. Я тут себе кое-что прикупил, сейчас посмотрим. Okay. А вот избежать наказания за кражу, это единожды работает или... Я вот сюда пойду, пофиг. А что такое в красном? Кража. Кража. Фиг знает. Короче, ты сможешь всегда... уйти безнаказанным от кражи. Фрум, смотри, короче, смотри. Сказано в этом. Так, как будто вот от одной кражи, родители. А не от краж. Да. Нет. Ну, сделай тогда кражу века и все. Нет. Слушай, бластер работает. Фрум, смотри. Стой. Дай фокус покажу. Что? Да. Ты меня вантузом хотел выстрелить? Неправда. Давайте в следующем раунде на диванчик сядем. Какой? Красный, синий? Красный. Хорошо уговорил. Что у нас там, кстати, по очкам? Я всего 77 дэмэджа вкинул, вы издеваетесь. Я 118. Я на пятом месте. Точно знаю, что в Эри 51. Значит, это реально, что творится на арене 51. Я точно знаю, что там творится, поэтому мне сюда. Выбор очевиден. Ну, это страшно. Да, вбегал. Там большие цены, идите, не надо. Уже это я не умею по нарутовски бегать, поэтому нет. Мемы до сих пор актуальны. Сколько? 2-3 года прошло? Победа. Вместо обеда. Чел, Ну, действительно, скажем, кому будет интересно... О, на диванчик, все на диванчик. Поздно, 10 секунд осталось, все пока сейчас добегут, постареют. Ура! Как сесть? Я съел. Алло, блин. Алло. Так, ну поехали посмотрим. Кстати, пика ты пишешь?
Что? Ясно. Иметь 1 000 000, ну так, которые ты можешь телепатически управлять. Слушай, да. А если это Дональд Дак? Чёрт этот миллион. Ты этот вопрос? Это Дональд Дак. Не знаю, сложный вопрос. Это Киченес заказал вопрос, прикиньте. А как вы пишете? Где вы пишете? Ну что, серьезно? Да. Ты можешь завоевать. Кому интересны утки? Умирай. Ты сможешь страну завоевать с таким количеством. Умри, человек со скалкой. Да. Где вы пишете? Макси, иди в меня. Лампочка слева, видишь? Блин. Можно поискать и можно написать свой вопрос. Денег стоит. Стоит бабла, да. Как ты бомж? Я не пожертвую, у меня нет столько денег, чтобы задать вопрос СУ-25. Хобо. H-O-B-O. Так, Live Twice. Лотерея, в 2 раза больше. Тоже очень легко. Так, что там? Life Twist. Жить дважды дольше или выиграть лотерею? Жить 2 раза больше, это в пуле работает, кстати. Жить 2 раза дольше имеется в виду твоя теоретическая жизнь. То есть, если тебя собьет машина в 25, то ты доживешь до 50. Так что там осторожно. Ну да. А если ты до 90 доживешь, а потом... Ну типа 180. Уходи. Ну ты же типа уже постарел. Уходи. Ты превратишься в Бенджамина Баттона. Развел. Бьем его скалками. Я буду прятаться на фру. Убить еретика. Не понял. Да блин, не знаю, вот этот... Нет, этот бластер, кстати, неплохой, но что-то его Rate of Fire меня немножечко разочаровывает. Мне бы что-нибудь пиу-пиу-пиу, а оно просто пиу. Пиу. Я даже не попал в никуда. Можно мне дробовик, пожалуйста? Тебе бобовик надо? Да, двустволку. Тут ко мне так же, как в Wild West, в той самой серии. Кот подходит, я просто его на 3 метра отбрасываю. Так, меч. А, ну минуточку, смотрите. Это выбор между детством и взрослой жизнью, погодите. Нет, это слева это типичная тюрьма, а справа это, ну, обычная жизнь, как бы. Чё-то жёстко. Жёсткий вопрос. Жёсткий. Да, у тебя есть свобода, но ты ничего не успеваешь. Или ты ничего не успеваешь. Или ты будешь в тюрьме. Не знаю, я больше хочу свободу, чем быть. Здравствуй, парень. Здравствуй, Попа Новый год. У меня новый меч. Попа Новый год? Ну, типа, да. Капец. А, это как раз. Занимаем высоту. Убить! Ты его пока что только защитил, молодец. На, вантузом. Я только в него прицелился, вываливается Киченес. Бейте его! Посмотрите на кота, посмотрите на кота. А, блин, исчез. Кто Киченес? У меня был вантуз. I love ketchup и майонез, Киченес. Кем является Киченес в Дискорде? Кот. А, кот, понял. Посмотрите на его лицо, неужели на нем не написано? Какой же пароль? Какой получается, лицо? Пика это человек с ником на букву Е. Оригинально. Да, вот он самый. Это слишком сложный выбор, я, пожалуй, воздержусь. Я выберу мой любимый цвет просто. Желтый? Белый. Погодите, цвет флага Франции? Зачем? Я выбираю третий. Ау, ну ладно. Я пошел туда, где арбузики. Все знают, то, что красный лучше. Все неприкольные, расслабляющие. Синий, кстати, согласен, прикольный, расслабляющий. Но в данном случае я руководствовался не синим или красным, а просто первое, что мне в голову стукнуло. Поэтому, пожалуй, желтый? Рандом рулит. Я бы желтый. А фиг ли ты до меня достаешь-то, дружище? Потому что у тебя пушка! Да я понимаю, между нами с тобой там, короче, 35 километров каньона. Как это ты меня бьешь на таком расстоянии? Между нами города. Пуля, я сказал первое, что прилетело мне в голову. Шутки от Кеннеди принимаются, ладно. Да, от этого... Жена опять тащит меня на этот парад, кто-нибудь пристрелите. Жену?
Нет. Нет. Ты неправильно понял суть. Что такое снизу? О, простите. Чихать каждые 2 минуты или... Всегда чихать, никогда не чихать. Блин, а толку от того, что чихать каждые 3 минуты? Ну... Нет, а ты будешь каждый раз хотеть чихать, но не можешь это делать. Ну и ладно, я переживу. Нет, это ужасно. Это ужасно, но это лучше, чем чихать. Ой, я не успел выбрать, ну ладно, деритесь. Давай, мы сможем, я в тебя верю. Я буду как это, голодный ребенок в Англии смотреть на то, как вы деретесь. Я в тебя верю, давай. Поясните за мем, пожалуйста, я не понял. Что именно, про ребенка? Да. Нет, уйди, да хорош меня бить! На вантузом, Так, знаете, в чем прикол? Я сам такой. Я возвращаюсь в свою галактическую пушку. Умирай! Уходи! Я думал, что вантузы хорошо работают только против лысых, однако здесь тоже срабатывает. Убийственные ватпузы. Манси, манси! Отписать. Да, я сильнейший. Блин, я нет, Сима, я не пояснил за тот мем про голодных детей из Англии. Я уж понял, что не пояснил. О, у меня... Я скоро получу стенд с X Pistols. О, хорошо. Так, ой, нихрена. Майор, стать президентом, стать майором. Да не, ну тут же тоже да. Все мэр, это мэр. Ну да, я знаю. Мэр. Если что, вдруг, на секундочку, мейджор. Не выдержу такой ответственности, до свидания. Не знаю, я не готов к прям абсолютно... К абсолютной ответственности. Или ты не готов на парад ехать? Не, я не готов к большой ответственности. Я не готов к пули в голове. Лава! Чувашка! Пуджварс. Ой, я застрял. Пуджо... Джо Пудж! Я шарят за Пуджварс. Пуджгейм... Пуджгеймплей байк. Я тебя тоже убью. Ладно, хорошо. Мы затянули, ну ладно. В общем, ребятушки, так мы сегодня поиграли. Пишите, как вам, что вам. Сегодня у нас был такой сервачок для своих, поэтому, по-моему, всем было весело. Что скажет народ? Да, было весело. Что-нибудь особенно было весело убить тебя, Фрум, когда за мной гонится еще 3 человека. Да, да, это был особый вид охоты. Поэтому все, будем на серию заканчивать. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра, попра, всем ладушек. И всем покеда. Всем покеда. Удачи.